Всем огромный привет! С вами Полина Холод, и сегодня я снимаю 18-ю часть видео, где вам буду показывать полочки в магазине Fix Price. Вообще сегодня должны как бы новиночки быть, потому что я иду в другой магазин уже, в другой Fix Price имеется в виду. Вот в нашем городе много Fix Price, кто не знает. Я живу в городе Балашиха, и я постараюсь написать адрес магазина, где я буду. Так что если вам интересно, то оставайтесь со мной. Вот здесь у нас очень много всего. На 8 марта можно, здесь еще на 14 февраля такие кружечки остались. Они стоят 200 рублей. Есть еще кружка «Хамелеон» 340, такие вот 340 миллилитров, не сказала. В общем, вот так вот будут выглядеть все. А здесь вот это вот 99 рублей. И они все разные. Вообще, по идее, здесь должны стоять рамочки. И здесь есть рамочка такая розовая, классная, белая и голубая. Все, там больше нет других. Кружки вот такие вот тоже на 14 февраля, но можно не только на 14, на 8 марта тоже можно подарить. Красные I love you. Здесь 77 рублей стоит. И есть еще love просто. Такая вот кружечка, ну достаточно красивая. Потом за 99 рублей с игрушкой 350 миллилитров, там будет зайчик. Здесь розовенький, кстати, такой рисунок. И есть голубой. Красивые маленькие такие корзинки, чтобы подарочек положить. Есть голубым цветом. Вот как выглядит этикетка. Есть таким очень красивым сиреневым. Ну, этикеточки одинаковые. Рыженький остался. И все, больше нет. 77 рублей. Подсвечник за 99 рублей. Классный такой. Я думаю, будет прикольно смотреться свечка здесь. Еще и ручка черная. Удобно. Как я понимаю, есть золотым только и серебряным. Вот еще такая рамочка. Love. Осталось только в красном цвете, есть еще в белом. Фоторамка, сердечко, 50 рублей белым цветом. Такая вот маленькая. Есть еще бирюзовым, таким вот фиолетовым и розовенький. Такая серия. Есть еще вот такая вот рамочка. Здесь даже три фоточки будет, 99 рублей. И love написано. Наверное, только в белом цвете осталось. Вот такие вот еще есть классные рамочки. Серебряным таким и черным цветом. Есть в серии, где розочки наверху и внизу. Какая цена, непонятно. Либо 50, либо 55 рублей. Здесь есть размер. И вторая рамочка вот такая вот. С узорами. Вот такая вот деревянная рамочка. Прикольная. Маленькая. Вот такая вот коробка, 77 рублей, обычная коробочка с цветочками. Их здесь много вариантов, как бы достать. Вот такой вариант еще. Ну, в общем, как я понимаю, розовый есть цвет, там вот такой голубой, зеленый есть. И я вижу вот такой вот красивый. Фон мне нравится. Есть вот такая коробочка, 99 рублей. Есть зеленая с золотым. Это даже такая более новогодняя, что ли. И вот это вот красивое тоже сочетание, такое голубое и сиреневое. Еще есть маленькие коробочки и 77 рублей. Ну, серия для тебя называется. Вот так вот выглядит. Они очень красивые, с рисуночками. Там видно. Есть маленькие цветочки. Класс. Голубым цветом. Есть красный. И розовый. Еще положили вот такие вот. Здесь коробочки, только это просто обычная серия. Ну, то есть, не какая-то там праздничная. Вот такая вот с фламинго коробочка маленькая. И непонятно, какая цена. Либо 50, либо 55, либо 70, либо 77.
Ну, на сайте на их написано, на официальном. Вариант второй, такой вот красивый. И здесь еще лежит третий вариант, голубым цветом. Вот такой вот маленький миленький мишка со звуком песенки будет петь. 99 рублей. Такой классный вообще. И они разные. Вот там есть розовый. И есть за 55. Очень маленький. Он уже не поет. Поэтому 55 рублей. И вот со звуком мишка розовеньким цветом поближе показала. Еще что я первый раз увидела, это формочка в виде вот таких вот красивых будет, ну, медвежат. А вообще у нас во всех фикс-прайсах в других формочки только с губками. А здесь медвежата. Печенюшки такие будут. Тоже неизвестна цена. Набор подарочный, где есть маленькое мыло и маленькое полотенце. 77 рублей. В таком вот фиолетовом цвете. Потом я вижу, еще есть розовенький такой и голубой. Есть еще набор таких вот свечек. 15 штук. Здесь сердечки. И это яблоня, лаванда фиолетовый. Еще остался такой розовый, розочка. Светильник ангел 12 сантиметров. Такой вот классный. И тут в открытом виде стоит такой вот ангелочек. Девочка. И есть еще такой вот мальчик. Красивый. 3D открытка. Вот такая вот красивая с енотиком будет. И вот второй вариант. Вообще есть много вариантов, но здесь я нашла вот еще второй такой с кошечками. А вообще их реально много и классные открытки. Вот как получится. Набор блокнот и ручка 77 рублей. Такой вот блокнотик, достаточно толстый. И обложка классная, таким неоново-рыжим. Даже нет, это не рыжий, это красный. Даже на камере непонятно какой цвет. И ручка вот точно красная. Потом есть еще здесь набор, бумажник для кредитных карт. И потом это у нас брелок какой-то странный. Вообще непонятный. Ну, в общем, 99 рублей. В красном цвете и еще в таком темно-фиолетовом. Потом есть набор для творчества. Цветы в горшке. Будет вот этот вариант. Еще другие есть. Как выглядят материалы. Красивые пакетики с бабочками. Они вообще-то вот такие вот объемные. С блестками. Маленький красивый розовенький мешочек для подарочка. Очень прям реально красивый такой цвет. Наверное, еще есть другие цвета, но здесь остался только розовый. Маленькая шкатулка сердца. Как выглядит, здесь 55 рублей цена. И можно открыть, посмотреть. Кстати, достаточно тяжелая такая крышечка. И можно что-нибудь такое положить. И вот сердечко в упаковке. Как будет выглядеть. Тут даже написано размер, кому надо. Тут только один вариант такой. Вот эта вот шкатулка 99 рублей стоит по ценнику. Красивая белая с розовенькими такими розочками. И вот второй вариант. Розовая шкатулка и беленькие розочки. Шкатулка розовая с беленькими птичками. Еще здесь есть подсвечник ангел за 77 рублей. Вообще первый раз вижу такой красивый ангелочек. Только в одном варианте. Вот такой вот еще есть подсвечник с мишуткой. Красивый. И мишутка сидит. Тоже. Потом всякие разные растения. Кактус. Только такой вариант остался. Вариантов много. Маленький ангелочек. Такой вот. Потом мишутка. Очень легкий. И цена, скорее всего... Ангела 55 рублей, а мишутка я не знаю сколько. Вот такие вот. Это, скорее всего, либо для фотографии, либо для карточки для какой-нибудь. Держатель, мишутка. Разные варианты. Смотрите. Есть еще наборчик. Такой вот это декорация «Бумажное сердце». Этот набор в фиолетовом цвете. Есть еще в розовом и в красном. Наверху написан размер. И здесь три штучки внутри. Такой вот маленький там кусочек валяется. Есть средний и большой. В общем-то, вот так вот собираете здесь. И получается сердечко. Классный вариант. Вот фиолетовый
и розовенький. Красного здесь я не вижу. Классная гирлянда бумажная. Здесь 3 метра. Фиолетовый цвет. Есть красный и розовый. Как будет выглядеть, тут показано. Мне даже очень понравился этот вариант. Вот здесь вот показано, как открывать. Вот тут скотч, в общем-то. Отклеивайте, и будет классный набор. Набор отрывных листов для записей. 200 рублей. И здесь, опять же, разные размеры. В общем-то, я как-то показывала в открытом видео, в одном из обзоров. Там очень много разных стикеров. Почему-то здесь только розочки. Вообще есть, вот он, да, тропический. Набор зеркальца. Здесь вот один открытый был. Можно посмотреть, как выглядит зеркальце. Ну, в общем, открываете на пимпочку, на это нажимаете, и вот какое зеркальце будет обычное. В общем, есть коробочки разные. Это желтая коробочка. 99 рублей цена. И вот бордовая коробочка. А вот еще рыженькая, я вижу, лежит. Розовая. Там еще вот золотая, походу. Или это и желтый. Ну, в общем-то, такие варианты. Маникюрный набор 99 рублей. Здесь 7 предметов, как будет выглядеть. И есть разненькие такие вот чехольчики. Это розовый. Потом вижу, вот такой вот остался. В общем, по идее, должно быть их много. Такой голубой. Вот есть такой вот маленький кошелечек. Красивый. По-моему, цена 50 рублей или 55. По-моему, 55. В общем-то, такой вот красивый. Здесь лежит розовенький есть. Тоже красивый. И вот висит бежевый. Есть еще такое сердечко. Это украшение подвесное. Красным цветом. И есть розовеньким цветом. Шарф фольгированный. Сердце. Такой вот. Разные варианты. Очень удобно здесь как бы повесили, поэтому я лучше не буду рисковать и как бы доставать дальше. В общем-то, вот такой вот шарик здесь. Наклейки, сердечки, 150 штук. Здесь вот разные всякие красивые. И розовый, и зеленый, и голубой. Красивый наборчик. Еще есть вот такие вот шарики. Лав. Разные. Желтый, розовый, синий. Вот второй набор. Здесь красный, розовый, фиолетовый. Большие коробки за 99 рублей. Такие вот на магните. Такая вот коробочка I love you. Розовая. Потом есть такие вот коробки. Голубым цветом. Бежевым. Красивый. И такой вот беленький там еще остался. Такие вот красивые пакетики. Это набор из двух пакетиков, цена неизвестна, наверное, 55 рублей или 50. Вот, с фламинго. Здесь еще классно придумано то, что есть блестки. Одинаковые пакетики. Вот я вижу, еще такой есть пакетик, очень милый. И есть еще такой, вот этот вот фламинго, тоже немножечко есть блесток. Вот этот пакетик с блестками. Ну и там фламинго остались. Здесь птенцы. Зеленый и розовый. Есть еще маленькие копилочки за 77 рублей. Вот такие вот красивые. Еще розовенькая копилочка. Маленькие, красивые за 99 рублей. Шкатулки. В общем. Желтый, розовый. Вот такая вот там еще, кстати. Такие разные цвета. И выглядит очень круто. Держатель для фото с совушкой. Очень классная совушка. Там даже написано на ней. Походу, это единственная такая здесь сова. А нет, есть еще ежик. 50 рублей, кстати. Такой вот ежик. Еще один. В общем, одни ежи остались. Потом есть подвеска, цветок за 99 рублей. С такими вот цветочками. Там просто засушены цветочки. Туда их запихали. И такое сердечко, цепочка дешевенькая. Но классная идея. Вот есть красный еще цвет. А нет, это не фиолетовый, это такой красненький еще.
В общем, больше вариантов нет, а так их много. Есть еще такой наборчик, кружечка и тарелочка маленькая за 99 рублей. Есть такие цветочки. А есть еще другие варианты. Розовенький цветочек и вон там такой розово-желтый. Ну, в общем, классный такой набор. Есть еще красивая шкатулочка, такая вот круглая. Очень классно сделана. И в разных цветах. Голубой и беленький. Там он еще желтый. Ну, очень красиво сделано. Тоже первый раз вижу такие шкатулочки. И потом есть еще открытки Валентинки. 9 штук, это 55 будет. А одна 6 рублей 10 копеек. Вот такие вот красивые. Я 2 взяла уже на подарок. Ну, очень красиво. И есть еще вот такие вот. Есть еще набор. Подарочная доска, планшет, блокнот и ручка. Вот такой блокнотик тоненький, ручка. И там доска розовая. Вариантов очень много, но повесили достаточно неудобно. Вот еще такой. Тропический. Этот я уже вам показала. А в самой такой вот там глубине остался голубой. Подарочный набор. Это обложка для паспорта, ярлычок для багажа. 99 рублей. Классный тропический, который мне очень понравился. Потом это у нас такой более летний с арбузом. И остался последний вот такой вот с лимоном. Набор косметичка. Здесь 2 маркера и ручка шариковая. Наверное, синим цветом пишет или черным. Здесь вот есть розовый, желтый, ну и ручка. Потом есть второй вариант. Вот такой вот. И третий вот такой вот. Вообще классная идея. Раньше такие наборы отдельно продавали, сейчас запихнули как один косметичка. Есть шкатулочки 99 рублей. Такие вот. С размером здесь написано. Потом есть другой. Вот такой вот второй вариант с розочками. И вот что еще осталось в этом отделе. Отдельно я не буду показывать, так как я уже показывала много раз. Ну, в общем, вот такие наборы. Из бьюти есть выпрямитель для волос. 200 рублей. Вот такой вот. Здесь все написано, что он делает. И, кстати говоря, заметьте, что здесь написано, тут сейчас надо найти, вот, срок службы 6 месяцев со дня продажи товара, но не более 2 лет со дня производства. То есть, не все так просто за 200 рублей. Вот щипцы для завивки волос. Еще есть фен, но фена у нас нигде нет. Вот все, что должно быть. Наверное, то же самое. Да. Срок службы не такой уж и долгий. Ну и фен такой же будет. Это я вижу еще первый раз за 55 рублей. Носовые такие вот платочки. Здесь есть 3 цвета. Вот какие еще здесь. Ну это опять выпрямители всякие. Щеточка помимо такого голубого, еще и в розовом цвете. Резиночки, кстати, такие еще не видела ни разу. За 55 рублей. Всякие ногти. Накладные, красные. Такие вот. Кстати, очень интересный вариант. Резиночки. А еще вот увидела. Интересно, это триммер для волос. 99 рублей. Ванночка для маникюра. За 77 рублей. Вот такая вот розовая. Очень классная. Тут зеркальце еще есть. 77 рублей. Такое серебряное. Вот что осталось. Ну и новинки. Это у нас футляр для очков. 99 рублей. Есть футляр еще с розочками. Просто обычный бежевый. Такой вот черный. Синий. Здесь некоторые есть за 77 рублей. Вот такой футляр.
И вот кошка такая. Потом всякие вот эти вот красивые бьюти штучки. В общем, органайзер 99 такой вот есть для ватных дисков. Это для того, чтобы всякие ваши кисточки складывать. 99 рублей. Ящички тоже 99. Вот органайзер тоже для ватных палочек. Такое вот, крышечка неудобная здесь у ватных палочек и вот у ватных дисков. Такой вот большой органайзер. И все. Вижу, новинка, большое зеркало. Кстати, достаточно классное за 99 рублей. Там еще белый есть вариант. Класс вообще. Новинка — это расческа. Такая вот большая за 99 рублей. Фиолетовая. Оказывается, еще есть черная. А нет, это не черная. Это такой вот баклажановый какой-то цвет. Есть розовая, но что-то тут розового цвета нет. Спонж для макияжа 77 рублей. Только в таком варианте. И вижу, новинка — это бигуди. Вот такие черные. 77 рублей. Ну и такие вот еще есть опрыскиватели для волос. 77 рублей серебристый. Потом есть черный. И последний цвет — фиолетовый. Спонж для макияжа 77 рублей. Такие вот розовенькие долечки есть. И новенькие вижу в таком вот цвете еще. В зелененьком. Это для декора все. Такие вот красивые. Смотрите, как они правильно вообще называются. Ну, типа декоративное украшение просто в виде груши за 200 рублей. В виде такой вот капельки розовенькой. Там еще есть яблочко. И вот еще как выглядит с жемчужинкой. Смотрите, какой-то цветок привезли. Ну, вот какой-то браслет, что ли. Пробковая доска. Первый раз вам ее, наверное, первый раз, в общем, показываю. За 99 рублей. Кто-то говорит, что она не очень хорошая. Ну, вот как выглядит. В общем, такой дешевый вариант. Кто не хочет тратить много денег, типа больше 1000, то можно за 100 рублей купить. Такую вот. И есть еще магниты плюшевые за 77 рублей. Это то ли мышь какая-то, то ли еще кто-то. И есть еще милая обезьянка. Кстати, в лапках находятся магнитики. Третий вариант — это заяц. Кстати, он не такой темный, как на камере. Светленький на самом деле зайчик. Предпоследняя — панда. И вот последний — это бегемот. А еще и жираф, но... не знаю. Вот он, да. Маленький жирафик. Он достаточно интересный, кстати, с такими вот ушками. И уже такой вот старенький вариантик светильничков за 200 рублей. Есть фламинго, кактус и ананас. У меня такие есть светильнички, мне они очень нравятся. Остался только такой вариант. В общем, классный. Главное, купите обязательно батарейки, потому что батареек нет. И еще, кстати, новинка, это для машины, но что-то здесь забыла. Это собачка. Антистресс за 77 рублей. Здесь есть питибуки, называются. Такие вот за 200 рублей, очень тяжелые. Тут все написано. В общем, на 5 лет, как сделано. Тоже ни разу не было. Остался только такой вот. Из новинок — это набор цветных зажимов. 8 штук в такой вот капсуле. Достаточно интересный. 55 рублей. И разные цвета. Розовый такой вот, бирюзовый, желтый и зеленый. Ну, такой даже голубой, а не то чтобы зеленый. Ну и там еще какой-то вариант один. Вот. Фиолетовый и зеленый. Еще вижу шариковый пластилин первый раз. Такой вот интересный. Кстати, тут только два цвета осталось. Розовый и рыженький. Ежедневник, который уже просто у всех есть в магазинах, а у нас, к большому сожалению, закончились. Остался бракованный вот такой вот. То есть он тут застежка, короче. Она магнитная, но здесь не застегивается.
Короче, блокнот такой бракованный, но я очень хотела его. Правда, в розовеньком варианте с фламинго, к сожалению, нет. 200 рублей. Ни в одном фикс-прайсе нет. Вот просто такая застежечка. Она здесь должна держаться. Как бы должно быть красиво. Супер новинка. Я такое не видела. Это такой коврик. 99 рублей на рабочий стол. С такими котейками, как тут показано. Обалдеть, какой он огромный. И вон там еще с динозаврами. Вообще. Еще какой-то вариант. А, вот такой вот с зебрами. И всего 99 рублей. Кстати, даже не знаю, с чего сделан. Но, в общем, такой полумягкий. 99. Тут домики. Опять котейки. Ой, какая прикольная картинка. Ой, вот это тоже милая. Смотрите, всякие там разные варианты. Тяжело достаточно доставать. Но, блин, вообще... А вот тут размер 60 на 40. 77 рублей. Набор декоративных гелевых ручек. Такие вот красивые там. Есть еще такие ручки. Здесь их 3 штуки. Гелевые. Можно даже стирать чернила. 55 рублей. Кстати, хорошие ручки. И есть еще вот такие вот. Синенькие. Ну вот этот наборчик. А, еще коричневый цвет. Набор ароматизированных ластиков. 4 штуки. Вот как выглядит первый. И есть еще второй. Красивый. Большие удлиненные шариковые ручки. 8 штук. Я считаю, что это какая-то вообще... Ну, не очень интересная, в общем-то, вещь. Потому что, вы только посмотрите, здесь обычные, по сути, ручки. Просто их удлинили. А чернила, они как от обычной маленькой такой ручки. Синие, в общем... За 77 рублей. Еще новый набор гибких шариковых ручек. 2 штучки. Можно как браслет даже сделать. Розовый и такой рыженький остался. Синие чернила. По-моему, только такой вариант. Хотя их много. Тут вот у девочки еще на ручке есть желтый. Я видела, есть желтый, но почему-то тут... Только такие. Вижу новый набор таких вот ручек гелевых. 55 рублей. С коалами. Вижу, есть медведь. И там коалы остались. Точилка фигурная, 2 в 1, с ластиком. Обычный набор ластиков. Только здесь в виде, наверное, книжки. Как-то так сделано. 55 рублей. И вижу достаточно классный наборчик с совушками. Такие ластики фигурные. И вот еще вариант за 55 рублей. Такие вот треугольнички.